На ремонте прибор Firecore 93, мы его разобрали полностью узел подшипников, полностью его промыли подшипники, блестят, работают подшипники теперь замечательно, там скапливается внутри сор и они перестают правильно работать. Вот. Вдобавок их еще, кажется, пытались смазать. И все было в масле, все эти детали. Хотя некоторые детали не должны быть в масле. Промыли вот эту деталь. Промыли вот эту деталь. Вот. Сейчас начинаем собирать опять заново. Здесь проверяем, чтобы не было никаких движущихся частей. Чтобы все было зафиксировано. И стировочные винты, и грузики. Мы их трогать не будем. Пусть они остаются на своем месте. Бывает иногда, что откручивается расслабленная вот эта задняя шайба, нижняя шайба, пятка, груз. Тоже проверяем, чтобы она была плотно прикручена, приклеена. Также мы проклеим, добавим сюда в посадочные места клей, проклеим излучатели. Потому что часто бывает при падениях по инерции, излучатели смещаются, вылетают из своих посадочных мест. Достаточно легкого сдвига на микроны, и он начинает показывать неверно. Вот мы это устраним, мы посадим их на клей. И быстренько настроим. Клей высохнет, и все будет зафиксировано. Все, приступаем к сборке.